Меня зовут Наталья Кузнецова. Наши детки – это настоящий вечный двигатель, который не останавливается и не дает соскучиться нам, взрослым. Наша новая рубрика так и называется – «Вечный двигатель». А в ней мы вам подскажем, какие эстафеты можно провести в домашних условиях. Для первой эстафеты нам понадобится, например, корзинка и наши любимые игрушки. Ребенок ложится на спинку, игрушки у него в ногах, а корзина за головой. И таким образом он должен переместить все игрушки в корзину. Тогда эстафета считается законченной. Игрушки можно заменить также мячами, небольшими. Для второй эстафеты нам понадобятся стаканчики и маленькие мячики. Количество стаканчиков должно совпадать с количеством мячиков. Стаканчики расставляются перед ребенком, а взрослый садится перед ним и перекатывает мячики в сторону ребенка. А ребенок их ловит, но каждый мячик своим стаканчиком. Вот такая интересная эстафета. И последняя эстафета на сегодняшний день. Это гольф по-домашнему, но мы назовем ее «Накорми зайца». Для этого нам нужен, ну, это может не обязательно быть заяц. Нам нужен мячик, который мы отняли у своего питомца. И нам нужна вот такая клюшка. У нас есть линия старта, от которой мы должны загнать мячик прямо в лунку. И мы накормили зайца. Здорово! На этом наша первая передача заканчивается. Всего вам доброго и здоровья вам. Конечно же, здоровья. А еще мы ждем от вас видеоматериал, понравилось ли вам и получилось ли у вас. Все наши эстафеты, которые мы показали сегодня. До свидания!